запускаем стримку. Все. Итак, закончили с КС-очкой. Все, отстрелялись. Мы лучшие, мы победители. Всем, кто не видел запись первую, и не смотрите, мы там победили. Ты что, потом подредактируешь ему? Я, короче, счет покажу там новый, самый лучший счет. Ну? Самый лучший счет. Так, приходил вчера. Ну что, перевариваем? Хе-хе, перевариваем после. Так, что там пишешь? Спасибо за игру. Я тебе подредактирую. Ага, как вам новый паук, кстати? Да, мы так, я через 3 минуты приду. Так, а мы пока перевариваем. Мастера переваривания готовы? Кто у нас будет? Давай, я буду. Я. Оу. У меня черный пояс по перевариванию. Без всяких таблеток. Итак, у нас... А я пока просто жую. Одна песенка из советского фильма, детского даже, полуфильм, полумюзикл, мультик советский и диснеевский мульт. Сейчас я, блин, пытаюсь вспомнить, какие я конкретно загадывал, я сам не понял, так что буду угадывать с вами. Так, поехал, первая песенка, слушаем. Больше ветра залива, дождевые стоки. А я не знаю, мы сейчас угадаем. Готов? Готов. Давай. Больше ветра залива, дождевые стоки, лодка, синий океан, большая группа, розовая лодка, корабли являются безопасным, морской ветер, золотой грудь, остатки корабля, птицы не были опубликованы в несуществующем изумруд, юг и тропический душ. Для того, чтобы стать богатым, насыщение для наших детей, минус это наш король, тот король. Вы высадились на пляже, синий пузырь, так, например... Обезжиренное удушье. Морской паром, пусть они в дополнение к якорю, а затем золото, грудь, сундук золота. Остатки корабля, птицы, да, не были опубликованы в несуществующем изумруд, юг и тропический душ. Клавиши со стрелками в моде. Хороший для наших детей, минус это наш король, ну, так король. Это наш король, наш король. Ну, давай, Левич. Все могут короли. Нет. Нет, нет, это не так, это не так. Это советский мульт, подсказка тебе. Давай, еще две попыточки. Привет, Димон. Привет всем. Сказка о царе Салтане? Нет. Мульт оттуда мульт. А там была песня? Угу. Это круто. Там было море. А, блин, Леха, что творит, а? Что творит, а? Синее море. Да, синий море. Оставайся, мальчик, с нами будешь с нашим королем. Сундук, это корабли на дно уходят. С якорями, сундуками. А нет. Парусами, с якорями. Да, и роняем. На, что-то на дно морское, на, золотые на, сундуки. Да, все верно. Читеры, читеры все, читеры. Итак, следующая песенка. Поехали. Ее нога. Он должен прийти с обычными ботинками. Сам Лили Ганчи, Ясума и наше уважение специализируются в ее волосы. Ну, я, чтобы зарегистрироваться, это быстро и легко. Я пошел с просто, если вы можете подождать, автомобиль будет продаваться. Роял Салуте. Если вы женщина, Мэри Мэри, вы можете запустить с точки зрения улыбки, хвалить ее. Какая радость, о, насилие, о, Господи, отлично, понятно. Советский я фильм. Знаю. Я хорошо знаю Мэри Мэри Мэри, для тех, кто... Он является лучшим применением препарата. Тогда, по крайней мере, зайти другие врачи хранения все летом и зимой. Вы можете написать, дети, вы можете быть большим. Старые дни Эвемы во многих случаях. Он вспомнил все мечтаться. Мэри Поппинс. Год минус не забывай. Да, 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 какая песня. Какое блаженство, какое блаженство, значит, я совершенно... Что я и делал. Откуда вы угадали? По какой фразе-то? Мэри Мэри. Мэри Мэри. Нет, там Мэри еще другие были. Логично. Мэри Мэри. Леди совершенства. Так, ну и что, остался диснеевский? Да. Я не помню, что я загадал. Ну, слушаем. Семья. Мой отец и мой случай. Он имеет много мужества. Разволишь и нет воды. Два друга. Два храбрых. Мой сын наца. Команда глупый. Родители.
сестры, братья, мы готовы с простертым нет. Мы хотели бы иметь еще одну гору. Какой-то шум делает. Команда глупой. Родители, сестры, братья, мы готовы иметь свое оружие. Братья. Что касается нас, фразы мы ждем сейчас для гостей. Дурак, воюй ей любимой. Воюй ей любимой. Воюй ей любимой. Так, левый, давай. Судя по фразам, это приключение маленького свидетелей. Команда глупый. Ну это легко. Сестры, братья. Сестры, братья. Команда глупый, папы, мамы, сестры, братья. Мы готовы и вам раскрыть объятия. А! Ну, Анторка сказал, Ливыч, какая? Команда Гуфи. Да. Гуфи его Гуфи его команда. А я так вообще не слышал, не слышал даже. Не смотрел я этот мультик. Ой, там жесть, конечно, заставочка. Непонятный сериал. Но я всегда фапал на жену эту самую Питер, потому что жопа такая вообще была зачетная. Так вот, теперь самое, что ни на есть, супер игра. Я ставлю звук из мульта. Слушаем буквально, ну не знаю, полторы минуты и пытаемся понять, что это за мульт. Да сейчас этот Антор все угадает уже быстро, за 3 секунды. Такая я не угадаю, я молчу. Я просто говорю, что... Так, давай поставим в центр, вот примерно вот на этой минуте. Слушаем. А, так это не диснеевский, это советский мультфильм. Да, я советский. Я знаю. Кто бы сомневался. Прикольный мультфильм. Да, мне тоже он понравился, я случайно на него наткнулся. А, Лёха, блин, ну играет за Валекса, алло. Да, ковбой, да, ковбой. Да, да, да. Советую пересмотреть, офигенный мульт. Про нашу жизнь и несправедливость, вот так можно сказать. Про коррупцию. Не про ковбоя. Да, 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 да. Офигенный мульт. Раз ковбой, два ковбой. Молодец, Ливыч, ты отгадал. Забанить. Спасибо, его. Спасибо. Это было легко. Динька попросил самую первую поставить. Ну давай ради него поставим. Слушаем. Больше ветры, залива, дождевые истоки, лодка, синий океан, большая группа, розовая лодка, корабли являются безопасным. Он вторую ветер, хотел поставить. Золотую грудь, остатки корабля, птицы не были опубликованы в несуществующем Зумруд Юг и тропический душ. Для того, чтобы стать богатым, насыщение для наших детей, минус это наш король, тот король. Ее нога. Он должен прийти с обычными ботинками. Сам Лили Ганчи, я с умой, наше уважение специализируется в ее волосы. Ну, я, чтобы зарегистрироваться, это быстро и легко. Я пошел с просто, если вы можете подождать, автомобиль будет продаваться. Роял Салути. Если вы женщина, Мэри Мэри, вы можете запустить, вы можете запустить. С точки зрения улыбки, хвалить его. Какая радость, о, насилие отлично. Я знаю. Насилие, я хорошо отлично. Знаю Мэри, Мэри, Мэри. Для тех, кто слеп. Он является лучшим применением препарата. Тогда, по крайней мере, за те другие врачи хранения все летом и зимой. Вы можете написать, дети. Вы можете быть большим. Старые дни Авемы во многих случаях. Он вспомнил все мечта церкви. Год минус не забывайте. Мэри, Мэри, вы можете запустить, с точки зрения улыбки хвалить его. Какая радость, о. Насилие отлично. Я знаю. Насилие. Я хорошо знаю Мэри, Мэри, Мэри. Насилие отлично. Мэри. Мэри, Мэри, если вы женщина, то бесплатно, без регистрации. Гениальная задумка. Если вы женщина, то вам быстро и легко зарегистрировать. Да. Дико, мы уже клепаем по полной программе. Остальные записи с переваривания лежат в группе в аудио. В аудио, да. Там даже плейлист отдельно создан. Переварил.
и создано обсуждение на эту тему. То есть все, кто не смотрели предыдущие выпуски, но хотели бы еще послушать, поугадывать, которые победили Beyond the Tracer, кто тащил, кто же виноват, Гринку получил. Это был отпад. Насилие, отлично. А так вот, кто хочет, ну или воскресить, или попробовать свои силы, плейлист переварил в группе и отдельное обсуждение. Там прям прикладываем сообщение, ой, прикладываем аудиозапись, что за песня. Угадал, типа, что тащил. Там они все есть. Итак, заканчиваем с перевариванием, а делаем паузу на стримчике, чтобы закончить вторую часть.